Здравствуйте, уважаемые зрители. Нахожусь в Республике Казахстан, город Алматы. Сейчас 18 часов 24 минуты. Было, небольшое землетрясение. Индикацию мы увидели, у нас люстр нет, только вот по этой лампе, стилизованной под старинную. Сейчас попробую вам показать. Она качается. Мы не знаем, сколько баллов. Сейчас надо будет посмотреть на сайтах. В принципе. Алмата находится в сейсмоопасном районе. Здесь было сильное Вернинское землетрясение. Но когда вот так вот потряхивает город Алмату, специалисты говорят, что происходит разрядка тектонических плит. Поэтому лучше пусть трясет чаще, но не сильно. Сейчас пытаюсь стабилизировать камеру, чтобы вы заметили, как качается лампа. Сейчас. Видно. Слава Богу, все хорошо, что хорошо заканчивается. Это землетрясение было не сильным. Каждый раз неприятно, особенно когда оно ночью или под утро происходит, или зимой, в лютый мороз. Даже если выберешься на улицу, то нужно перед этим тепло одеться. Вот так вот жить, уважаемые зрители, в сейсмоопасном районе. Но мы сохраняем оптимизм. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много новых интересных видеообзоров. До свидания.